Что значит быть самим собой? Быть собой – это про принятие себя. Прежде всего, про принятие своих эмоций. Почему близкие не всегда готовы принять ваше решение стать настоящим? Близкие привыкли к нам одним, как к зеркалу. Мы смотрим каждый день, привыкаем, привычка выражает симпатию. Так вот и близкие привыкли, и нового-то ничего не хотят. У мужа шок, дети не в восторге. Так вот, как и со слоном, предлагаю постепенно начать с собой знакомство. Человек жил по убеждениям, например, своего партнера, супруга, и считал, что это нормально. С чего начать? Разберем несколько практических упражнений, как познакомиться с собой. Возьмите листочек, напишите на нем «Моя история». Ваша ведь? Побудьте в этот момент писателями. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 11 июня, 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Ксения Дубинина.